Празднование Пасхи в Москве в этом году не ограничится территорией церквей и монастырей. Более 200 пасхальных мероприятий будут организованы в парках, музеях, кинотеатрах и культурных центрах столицы, сообщает в четверг пресс-служба Синодального информационного отдела. В частности, в столице пройдут Московский пасхальный фестиваль, художественный проект «Стол мира», пасхальный фестиваль хорового пения, фестиваль пасхальных яиц, фестиваль 40-40, выступление церковных хоров, детская развлекательная программа, экскурсии по храмам, роспись писанок. На улицах столицы установят двухметровые расписанные художниками пасхальные яйца. На пешеходной улице Кузнецкий мост 500-метровый стол мира, а сам Кузнецкий мост станет творческой мастерской, где пройдут мастер-классы.